Уйди отсюда, мальчик, не мешай мне. Вы заняты? Да, очень. Чем же вы заняты? Я думаю, готовка. Я тоже часто задавал себе этот вопрос, но потом понимал, что он бессмысленный, и просто продолжал двигаться дальше. А ты смышленый, прям как мой сын. У вас есть семья? Жена и трое детей. Тогда вам лучше всего сейчас быть рядом с ними, а не ходить туда. Ты видел, как я вышел из игровых автоматов? А ты изображаешь. Подожди, ты растешь до моих лет и поймешь, что от этого уже не убежать. Мне не нужно расти, чтобы это понимать. А вашим детям нужно. Но без вас у них это плохо получится. Знаешь, чего я больше всего хочу на свете? Снова оказаться маленьким, как ты. И ничего такого не чувствовать. Нет. Вам нужно двигаться дальше. Здравствуйте. А вы пишете картины? Уже нет. Я их продаю. Это ваши работы? Да, мои. А почему вы больше не пишете? Кажется мне серым. И вокруг я не вижу больше ничего, чтобы вызывало у меня интерес к живописи. Почему? Меня учила работать моя бабушка Агат. Но с тех пор, как ее не стало, у меня полностью пропало вдохновение. Раньше она мне рассказывала, как много хранится красок в закате, в молодой зелени деревьев, в блеске глаз людей. Но сейчас я этого не вижу. Но ведь закат по-прежнему красив. Деревья по-прежнему растут, а люди никогда не меняются. А напишите мой портрет, а я ваш. Хорошо. Кажется, что я проснулась. Заново учусь видеть. Только никогда не забывай это ощущение. А ты обещай, что еще придешь ко мне, мы еще напишем картину. Здравствуйте. Вы по поводу свободной вакансии? Извините, но она уже занята. Привет. Да, наш проект уже совсем готов. Да-да, это все в одном виде продукции.
Ладно, меня тут беспокоит один человек. Не забудь это все отформатировать. Пока. Здравствуйте, молодой, очень молодой человек. Вы по делу? Нет. Спасибо, что напомнили. Мне нужно совершить один очень важный звонок. У меня появилась идея. А что за идея? Пожалуйста, подожди, сам все услышишь. Агав, ты ответчик? Привет, Сюзанна, ты не представляешь, что я придумала. Зачем вы разговариваете с автоответчиком? Вас же никто не хочет слушать. Не мешаю, то все забуду. Сюзанна, нужно срочно связаться с теми двумя магазинами, о которых я тебе рассказывала, и предложить им выгодные условия поставки. Да, и еще отправь мне на почту чертежи моего нового проекта, который одобрил заказчик. И надеюсь, что в выходные мы с тобой встретимся, чтобы поболтать. Только умоляю, не в торговом центре. Там полно детей, которые только и делают, что кричат и лезут с ненужным разговором. Пока. Ты еще здесь? Вы помните, что я вам сказал? Да, конечно, ты тоже записалась на автоответчик Сюзан. Я попрошу прислать распечатку своих идей, чтобы ничего не забыть. Вы только не забудьте то, что я вам сейчас сказал. Да-да, не беспокойся, ты тоже записалась. А что ты сказал? Здравствуйте. Привет. А почему у вас пластырь? Боевые раны. Я ветеринар. Вчера осматривала Мейн-куна, а он на меня набросился. И сегодня его снова принесут на осмотр. А еще игуану. А завтра надо ехать в цирк. У них слон заболел. Так вы ведь востребованный специалист. Это же хорошо. Да, только иногда боюсь животных. Животные, они как люди. Если чувствуют страх, то сразу становятся агрессивными. Какой ты умный. Знаешь, я, наверное, пойду. Подождите. У меня для вас есть сюрприз. Я же боюсь кошек, зачем ты? Это не кошка, это котенок. Он потерялся, и ему нужна помощь. А лучше вас, ему никто не поможет. Привет, малыш. Ты потерялся? Здравствуйте. А что вы читаете? Привет. Пьесу. Учу новую роль. Учите роль? Вы играете других людей? Это, наверное, интересно. Очень. А ты почему один? Тебя разве не ждут дома? Нет, все в порядке. А почему вы учите роль здесь? Разве вас не ждут дома? Меня ждут только зрители в театре. А дома у меня никого нет. Вам, наверное, одиноко. Нет. Моя жизнь полностью посвящена репетициям, театру, зрителю. На это уходит столько времени и сил. А кто же вас утешает, когда вам плохо? Я смотрю фильмы, слушаю музыку и ем мороженое. Мороженое — это здорово, но оно ведь не может вас обнять. Меня спасает моя работа. Хочешь, могу достать пригласительный на спектакль, где скоро я буду играть главную роль. Ты можешь прийти вместе со своей семьей. Обязательно. А после я познакомлю вас с моим братом. Если вы поладите, то станете его крестной.
подойди. Ты мне пейзаж загораживаешь. Ой, извините. А что вы рисуете? Делаю набросок для будущей картины. О, как красиво. Да. Только надоело мне все это. Каждый раз одно и то же. Нам нужен пейзаж на кухню, делайте портрет нашей собачки. А вы красиво рисуете. А я не рисую, я пишу. Устал повторять одно и то же заказчикам. Ну, тогда займитесь чем-нибудь другим. В этом вся и проблема. Я всегда боюсь начать что-то новое. Но тяжелый случай. Но вы же как-то начали писать? Да. Тогда я сидел на диване, и вдруг мне сильно захотелось писать картины. Вот бы снова так сесть и помечтать о том, чтобы научиться играть на гитаре. Так докажите себе, что вы сильно хотите чего-то нового. Это мысль. Спасибо тебе. Только для кого я буду играть? Я знаю, с кем вас познакомить. Договорились. Здравствуйте. Привет. Какой ты маленький. Как тебя зовут? Вы такая красивая, но почему-то грустная. Видимо, так бывает. Что ты делаешь? Тут совсем один. Это не важно. Так почему вы грустите? Верно, ты думаешь, что я странная. Я привыкла, что меня такое считают. На самом деле, в жизни было много причин, которые повлияли на мою грусть. Вы можете рассказать мне об этом? Это останется только со мной. Расскажи что-нибудь о себе. Ну, я много путешествую. Каждый день встречаюсь с улыбкой. А еще я часто встречаю других людей. И узнаю от них что-то новое. Это доставляет мне удовольствие. Им тоже иногда бывает одиноко. Наверное, как вам. Вот бы мне твоей жизни радости. Но ты прав. Нужно жить и наслаждаться тем, что имеешь. Ведь никто не проживет эту жизнь лучше, чем ты сам. Чтобы ее чувствовать, нужно самому наполнять ее событиями. Так я могу вам чем-то помочь? К сожалению, нет. Мне уже, наверное, никто не поможет. Тогда начните следовать своим советам. Здравствуйте. А почему вы грустите? Я просто очень устала после работы. А кем вы работаете? Терапевтом. Какое сложное название профессии. Как и она сама. Знаешь, сколько просьб о помощи мне приходится выслушивать каждый день. И очень часто не все они адекватные. Как будто я всем должна. Но вы никому ничего не должны. А еще вы делаете очень важное дело. Вы помогаете другим. Ты прав. А можно поменять профессию? Ну, чтобы она не была такой сложной. Можно, только не так просто. Это вам сейчас так кажется. А вы начните с маленького. Уйдите в отпуск. А после него примите решение. Я постараюсь сделать так, как ты мне советуешь.
Пообещайте. Обещаю. Привет! Что у тебя случилось? А? Это ты мне? Привет, что ли? Так что у тебя случилось? Почему ты такая грустная? Да так, ничего такого. Да и вообще, разве это кого-то волнует? Меня? Вряд ли ты сможешь это понять. Я смогу. Рассказывай. Я очень маленького роста. Я очень переживаю за это. Надо мной все смеются. Даже в магазине спросили однажды, что ты ищешь, девочка, ты потерялась. А мне уже 18 лет, да еще и родители заставляют поступать на экономический факультет, а я не хочу. На тех, кто на тобой смеется, не обращай внимания. А родителям скажи о своем желании. Я думаю, они разрешат тебе самостоятельно выбрать профессию. И разрешат завести собаку? Тебе ведь уже 18. Ты сама можешь принимать решение. Я даже забыла об этом. Привыкла считать тебя маленькой девочкой. Вот видишь, как все просто. Главное, помни, что ты уже совсем большая. И дело не в росте. Здравствуйте. Здравствуйте. Пакет брать будете? Что? Ой, прости. Задумалась. При чем здесь пакет? Работаю в супермаркете Вишенка. Вон в том доме. Задумалась. Машинально сказала. Ты что-то хотел? Вы очень устали. Да. Весь день в душном помещении. Считаю чужие деньги за чужие товары чужим людям. И вам это нравится? Ну, это моя работа.
Странные эти взрослые. Не могут ответить на вопросы. Ты что-то хотел? Ничего. Где твои родители? Почему ты не идешь домой? А у вас красивое пончо. Спасибо. Сама сделала. Вам оно нравится? Да. Я люблю вязать, шить. Шапки, шарфики, варежки, перчатки. Вот. Возьмите, пожалуйста. Купите себе пряжу и займитесь любимым делом. Здравствуйте. А почему у вас так много пакетов? Это я вишенкицу купилась. Обычно там кассир Зинаида, но сегодня, видимо, у нее смена была. Бросала как мог, да и. А я знаю ее. Она теперь занимается любимым делом. Вяжет на продажу. Вот как. Почему ты не идешь домой? Сейчас посижу немного. Тебя никто не ждет? Нет, почему? Меня дома ждет жена. Ты ее любишь? Больше жизни. А она тебя? Почему ты молчишь? А я для нее словно прислуга. Давид то, Давид это, Давид сходи в магазин, Давид покрась забор. Когда были молоды, пришли работать в одну школу. Я не мог насмотреться на нее, не мог дышать. А теперь... Почему ты ей об этом не скажешь? Боюсь, что она от меня просто уйдет. Ты знаешь, когда я не ухаживаю за своей планетой, она начинает засоряться. Листва превращается в пыль. Вулканы коптят небо. Знаешь, а может, ты и прав. Сегодня же поговорю с ней. И будь что будет.